В минувшие выходные на территории области произошло 6 пожаров, погиб один человек. В воскресенье в 14 часов 18 минут на пульт дежурной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме по проспекту Ленина. Пробравшись в квартиру, из которой шел дым, спасатели определили источник возгорания. В течение нескольких минут пожар был локализован. В соседней комнате сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины 1948 года рождения. Причина смерти устанавливается. Из предосторожности 28 человек из числа жильцов дома были эвакуированы. Всего на происшествие привлекалось 5 единиц техники и 16 человек личного состава МЧС России. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых устройств.